Так, друзья, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Сейчас я вам покажу самый здоровый в мире бутерброд. В общем, это то, я говорила, что покажу вам потом, как я ем вот этот хлеб, да. Вот видите, какой он красивый. Много тут семечек разных. В общем, короче, значит, что нам понадобится? Нам понадобится авокадо, нам понадобится помидор любой, какой у кого есть, да, и лук. Значит, я отрезаю вот такой вот тоненький кусочек, ну, колечко, да, тоненькое колечко лука, ну, как получилось уже. Это я просто, мы сейчас пришли из школы с Сонечкой, и я решила быстренько нам сделать обед. Это вот Сонина тарелка, сейчас здесь будет еще лежать кусочек рыбы красной. А мне, я решила, мне очень захотелось просто именно вот такой вот бутерброд, ну и как раз вам покажу. Вот. Так, значит, берем пол кусочка хлебушка, да, берем авокадо, я уже, видите, тут половину отполовинила. Берем авокадо, конечно, авокадо должно быть вот такого вот качества, да, как вы видите, чтобы оно мазалось прямо. Намазываем этот кусочек хлеба кусочками авокадо. Оно как масло прям. О, Сонь, ты чё? Намазываем вот так. Накладываем, я бы даже сказала. Ну, кто намазывает, кто накладывает, да? Кто как, кто кому как больше нравится. Мне вот так нравится. Я вообще, честно говоря, Соня вот не любит, Соня у меня авокадо. Соня, почему ты не любишь авокадо? Скажи. Не знаю, оно мне безвкусное. Вот, ей оно безвкусное, а мне оно, ну, такое вкусное. Вот. Наверное, просто это, знаете, возраст еще не пришел есть авокадо ей. Хотя, может, и нет. Так, значит, вот, да? Теперь немножко я это присыпаю солькой. Чуточечек вот такой. Я вообще авокадо могу вот так вот ложкой есть. Я его солю и ем ложкой. Поэтому... Вот, кстати, помидор. Я там делала видео. Помидоры я покупала в Sprouts. Вот один вот такой желтый. Вот такой он был большой, видите? И такой же розовый. Ой, такие вкусные помидоры. Это вообще... И очень удивительно, что цена на них тоже, кстати, была такая. Вот за таких два больших помидора я там 4,70, по-моему, заплатила. Так, теперь вот так вот кладем помидорки, тоже присалываем немножко. Но вот это вот моя болезнь, я, конечно, люблю все солить. Я не могу не соленое есть. Соня у меня вообще соль не ест, да, доча? Она молодец, а я вот никак не могу. И вот так вот кусочки лука. Все, та-дам! И вот так вот у нас выглядит самый здоровый на свете бутерброд. Представляете, какое все полезное и какое все вкусное? Все, ребят, нам спокойной ночи. Нам приятного аппетита, всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Все, чао, какао. Решила все-таки вам показать, уже попрощалась, но решила все-таки показать, как выглядит Сонин обед. Смотрите, какой красивый кусочек рыбки получился, супер. Мы печем рыбу, мы не жарим ее, мы печем ее в духовке. Буквально сколько там, я не знаю, 10 минут и все готово, вот. Ну и вот этот вот соус тартар. Ну, любит у меня ребенок этот соус, хоть ты его убей. Только с этой рыбой. Только с этой рыбой, да. Ну все, теперь точно всем пока. Приятного аппетита.